Покажи себя! Братству нужна твоя помощь. Мне нужна помощь. Я знаю, кто ты, Габриэль. Я хранитель озера Забвения. Место, где живые могут общаться с мертвыми. Скажи мне, воин, знаешь ли ты, что произошло? Бог покинул нас. Жители преисподней пришли забрать души людей и стереть род людской с лица земли. Что насчет старейшин твоего ордена? Каково их мнение? Что Бог не покинул нас. Они верят, что кем-то или чем-то было прочитано мощное заклинание. Заклинание, отделившее наш мир и небеса. Отделившее нас от Бога. Открывшее проход демонам в наш мир. Зачем Братство Света послало тебя к Озеру Забвения? В их видениях у этого озера ожидает меня весть. Она содержит ключ к нашему спасению. Мне было велено отыскать тебя, в надежде, что ты покажешь путь. Старейшины верят, что эти видения были последней вестью с небес, и что ты должен знать что-то, о чем мы не подозреваем. Верно? Да. Моя любовь. Мария была убита 2 дня назад слом, что блуждает в этих землях. Ее душа и души недавно усопших застряли здесь и не могут упокоиться. Так вот зачем они послали тебя к озеру Забвения. Они верят, что она ждет тебя здесь, чтобы сообщить тебе весть. Да. Ты поможешь? Лишь самые достойные из живых могут общаться с мертвыми. Достоин ли ты, значит? Ответь! Только то, что ты прошел испытание. Ты достоин войти в озеро Забвения. Не забудь захватить кинжалы.
Кто знает, когда они пригодятся. Не дай тьме завладеть тобой, Габриэль.
мне кинжал. Быстро! Нечего прощать, любовь моя. Я так счастлива вновь видеть твое лицо. А я твое. Любовь моя, хранители Ордена надеются, что ты поможешь нам понять, что происходит. Мир был оторван от небес. Некоторые думают, что Бог нас оставил. Это правда? Я чувствую. Духи пытаются говорить со мной. Они шепчут мне. Так трудно понять их всех. Тут так темно, так много рыдающих людей. Я не могу отыскать их в темноте. Мне страшно. Тут есть что-то еще. Тень окутала мой разум. Ты должен помочь нам, Габриэль. Что они говорят? Кто они? Это духи основателей твоего ордена. И они говорят, что сила владык теней — это ключ. Они говорят о пророчестве. Я не понимаю, о чем они. Я чувствую, что исчезаю. Я едва тебя вижу. Тьма окутывает меня. Нет, я Мария, не уходи, Мария. Я тоже тебя люблю. Зачем ты здесь? Кто тебя послал? Я Зобак, воин из Братства. Пан и я старые знакомые. Он чувствовал, что тебе понадобится моя помощь. Я слышал о тебе. Прости. Мое имя Бельмонт. Я знаю, кто ты. Это была душа кого-то, кого ты знаешь? Да. Это моя жена. Прости меня. Я просто не мог не подслушать ваш разговор. И, похоже, духи основателей нашего ордена пытаются через нее сообщить нам нечто очень важное. Что ты имеешь в виду? Всего лишь о том, что основатели ордена, похоже, пытаются общаться с нами при помощи мертвецов. Пророчество сохранялось в тайне многие века и известно лишь немногим. Она никак не смогла бы о нем узнать, если только... Они каким-то образом не сказали ей об этом. Слава тебе, Господи. Какое пророчество? Написано было, что чистый сердцем воин отберет силы у владык теней и затем использует их для уничтожения всего зла. Сказано, что воин этот станет наместником Бога на земле, чрезвычайно сильным, имеющим безграничные возможности. Габриэль, духи основателей нас не покинули. Хвала твоей Марии, теперь у нас появилась надежда. Нам нужно будет вступить на земли владык теней, тебе и мне. Мы должны вернуть те силы, которые они забрали, и объединить небеса с этим миром, и... И тогда... Мы... Габриэль, разве ты не понял? Ты можешь вернуть ее. Если ты говоришь правду, тогда мы должны действовать быстро. Лорды теней не должны подозревать, что мы идем по их следу.
Иначе они обратят свое внимание на нас. Мы пойдем разными дорогами. Я отправлюсь в землю оборотней. А ты на территорию вампиров. Подготовишь дорогу. Затем мы вместе отправимся к лорду некромантов. Его земли дальше. Но они не должны нас заподозрить. Возьми. Он позволит тебе поглощать духовную энергию и будет исцелять твои раны. Удачи, друг мой, и да будет победа за нами. Спасибо, брат. Ты возродил во мне надежду.